А вы когда-нибудь задумывались о том, что растения можно не только купить, но и взять в аренду на срок от 1 дня? Свадьбы, юбилеи, кейтеринги, выставки, саммиты, все что угодно. Мы даем растения на срок от 1 дня. Сами доставим и обратно заберем. Растения вы можете выбрать абсолютно любое. В нашем питомнике около 570 видов различных деревьев и кустарников. Растения устанавливаются нашими специалистами в пластиковые контейнеры. После проведения мероприятия мы самостоятельно демонтируем и забираем растения обратно. Рассчитать стоимость заказа вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Совсем недавно ко мне обращались с просьбой аренды растений на свадьбу. И, кстати, очень красиво на любом мероприятии будет смотреться аллея из туй или любых других хвойных деревьев, например, голубых елей. Будет ощущение, что вы находитесь в еловом лесу. Посмотрите, какая красивая ель глаука, и вы можете ее взять в аренду. Мы ее привезем, поставим и сами же заберем. Вот такая красивая зеленая зона может вырасти у вас на участке буквально за 1 день. Причем вам не нужно до этого выращивать растения несколько лет. Вам достаточно просто позвонить в Экоплант и заказать аренду деревьев. Познакомиться со всем ассортиментом растений вы можете, перейдя на наш сайт. Ссылку на него оставлю под этим видео, а также в правом верхнем углу. И там же вы можете познакомиться с каталогом растений в Питере и в Москве. Помимо хвойных растений вы можете взять красиво цветущие кустарники, например, гортензию, рододендроны, сирень. И тоже украсить ими любое ваше мероприятие. Сделать аллею из них, использовать для фотосессии, оформить входную группу, либо же просто поставить в интерьере на какое-то время. Почему нет? Кстати, поделитесь своим мнением в комментариях, насколько это удобно и вообще брали ли вы когда-нибудь растения в аренду. Нам будет очень интересно послушать, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски, естественно. В этом видео не будет рекламы наших растений, потому что они и так прекрасно продаются. Ссылку на сайт оставлю в описании канала. Я же расскажу вам о нашей группе ВКонтакте, где каждую неделю проходят розыгрыши бесплатных растений и садовой техники. Как принять участие в конкурсе? Все очень просто. Регистрируйтесь в нашей группе ВКонтакте. Ссылку оставлю в описании и вот в этом углу. Регистрируйтесь, выигрывайте и экономьте свои деньги. Ведь, как говорил Генри Форд, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Ссылка вот тут. В нашем питомнике мы сами выращиваем растения, поэтому уверены в качестве посадочного материала. А еще вы получаете растения без посредников и переплат. Но если вам требуется консультация нашего дендролога, вы можете перейти по ссылке под этим видео и заказать ее. Она абсолютно бесплатна. Если вы мечтали о еловом лесу у себя на мероприятии, то мы с радостью это сделаем. Посмотрите, какие красотки пышные стоят прямо у меня за спиной. Ну, мне кажется, мне хочется в них утонуть вообще, как бы на минуточку. Очень красивые ели. Помимо ели есть у нас еще сосны, безумно красивые тоже. Они находятся сейчас прям за нашим оператором. Я покажу вам их тоже. Посмотрите, какие красивые огромные сосны, обыкновенные. Ну и, конечно же, это еще не все. Весь ассортимент вы можете посмотреть у нас на сайте, скачайте актуальный каталог, который оставляю по ссылке под этим видео. Помимо хвойных растений, как я уже говорила, вы можете приобрести в аренду красиво цветущие кустарники, а также лиственные растения, любые клены, дубы, липы, березы. Размер растения вы можете подобрать по вашему запросу, от самых маленьких до самых высоких экземпляров. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия и новая услуга по аренде деревьев. А с вами была Софья и питомник растений Экоплант. До новых встреч!
Я так хочу себе ель, хочу голубую, хочу себе две. Я так хочу себе туй по периметру посадить во дворе. Я знаю, где все это взять, чтобы с доставкой, чтобы с посадкой. Хочешь хоть вишневый сад, хочешь ландшафт с бонсаем и травкой. Скидки больше 90, да процентов, да все просто. 10 тысяч видов растений, все доставят, посадят за день. Вам на Киев Дима тоже подтверждает, они звезды, а мы вообще всем сажают. Всем сажают, все в экоплан за новым урожаем.